Слушайте, каждый раз, когда я выставляю видео после концерта с благодарностью своим зрителям, обязательно находится энное количество подписчиков, которые начинают мне писать, что я никогда не благодарил, и что это вдруг я стал, и почему я раньше не благодарил российских зрителей. Ну, если вам лень самим отмотать ленту, значит, я вам рассказываю, не было ни одного концерта, когда бы я не поблагодарил зрителя за все время, что я веду Инстаграм. Исключением был период пандемии, когда концертов практически не было, а те, которые были, нельзя было выставлять, потому что обязательно придирались из-за ковидных ограничений, хотя мы все соблюдали. Поэтому, чтобы доказать этим людям, хотя я не знаю, что им доказывать, ну вот я вам сейчас просто сам взял и записал экран, полистал свою ленту и посмотрел, как я благодарил города. И российские, и латвийские, в которых я также говорил по-латышски, и американские. И говорил, что Лос-Анджелес у меня любимые зрители, как и сейчас говорю. Ну слушайте, ну посмотрите, если вам лень самим листать. Я вообще высоты боюсь. Я
сцене в ужасе. Ну, мы покали, очень молодец, он пошел. Я за ним по этим качающим всем этим. А передо мной шел латыш. Лайла тоф не дама пара. Бекурса ешен вухвара. Дубегам лишон алах, ракапил лишкав шахах. Спасибо большое! Спасибо! Браво! Спасибо! Браво! Спасибо!